В рамках всероссийского проекта «Открытые уроки» в России прошла акция «В гости». Участники проекта вышли в прямой эфир, чтобы рассказать о традициях своего народа и поделиться ими со сверстниками. После знакомства и общения школьники договорились отправиться друг к другу в гости. Ребята из Калмыкии, Бурятии, Якутии, Чечни, Башкортостана, Коми, Удмуртии познакомились с культурой регионов, в которых в последующем и побывали. Для меня было неожиданностью встретиться с Элиной, моей подругой, с которой мы знакомы уже полтора года, в прямом эфире на открытом уроке. Поэтому я сразу решила ехать в республику Коми. Думаю, это судьба. Как оказалось, Элиана еще полгода назад познакомилась в интернете с одной из участниц акции, школьницей из республики Коми. Выпускница признается, что не ожидала встретить интернет-подругу из Калмыкии среди участников акции. Так сверстницы встретились уже офлайн. Был один открытый урок в 40 минут. И в конце урока нам сделали сюрприз. Нам сказали, что вы можете выбрать регион, в который хотите поехать. Мы с Ильяной знакомы уже полтора года. Познакомились в Подмосковье, в Мытищах. И я решила поехать к ней, а она ко мне. Также дети выбрали Чеченскую республику, республику Башкортостан.